Таблички с названиями улиц и учреждений на двух государственных языках для жителей республики сегодня уже привычное дело. Переводит слова целая комиссия, которая работает вот уже 25 лет. На протяжении четверти века ведущие языковеды, ученые, журналисты, представители власти перевели на коми язык не одну тысячу политических и экономических терминов. Благодаря их бескорыстному труду была сформирована основа официально деловой лексики коми языка. Как рассказывают члены комиссии, в спорах родились десятки тысяч неологизмов. Ведь меняется время, а вместе с ним меняется и язык. Быть страна, государство, комиссия СССР стала скивкужа. В каждой стране есть подобные языковые комиссии, ведь язык, как и человек, постоянно растет и развивается. В лексику постоянно входят новые слова и термины. 25 лет назад была создана эта комиссия, которая поставила перед собой цель – развивать и обогащать коми-язык новой терминологией. За это время комиссия сделала многое. Выпустила информационные бюллетени, краткие словари общественно-политических терминов, была издана карта республики, где названия населенных пунктов даны на коми и русском языках. На заседаниях комиссии продолжается поиск новых слов. Но это делается не формально, а с опорой на внутренние ресурсы языка, путем возрождения забытых коми-слов. Много таких старых новых слов сегодня прочно вошли в обиход и широко используются в СМИ.